Всем привет! Сегодня сделаю небольшой обзорчик на EDC свой, который я таскаю с собой всегда. Привет, Берсек 78. Ты делал обзорчик на свой EDC. Я обещал сделать ответочку. И вот все помещается в такую сумочку. Сумочка привезена из Украины. Вот сумочка так через плечо. И поехали делать распаковочку. Начнем с первого. Ключи от машины с таким фирменным брелочком James Bond 007. Второй кармашек. Два телефона. Старенькие. Один Samsung. Здесь у меня музыка, которую мы играем в машине. Ну, здесь Android. Со всякими вайберами, шмайберами и т.д. и т.п. Шариковая ручка. И в этом кармашке все. Следующий кармашек. Значит, здесь у меня кредитные карточки. Здесь документы, страховка, права. Вот такой ножичек. Так, дальше поехали. И старенький, немножко уставший фонарик-шокер. Значит, модель у него COP, типа КОП, 258-00 КВ. Заклеено, естественно, с изолентой. Здесь гнездо для зарядки, потому что оно постоянно зацепляется и может оторваться. Поэтому я его залепил. Здесь переключатель, естественно, вот фонарик и шокер. Сейчас мы включим шокер, все коты и собаки перепугаются. Не перепугались. Иногда помогает для отпугивания собак, ну и для освещения темной местности. Уже такой старенький. Покупался он в Украине. Приехал сюда. Вот такой вот небольшой EDC набор, который я с собой таскаю, когда куда-то выдвигаюсь по делам или просто гулять. Вот как-то так. Всем спасибо за внимание. Задавайте вопросы, пишите комментарии, кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, дизлайки. Всем пока!